Наш спектакль, он звучит очень современно на самом деле. И тема, которая в нашем спектакле, да, тема любви, ревности, веры, вот, мне кажется, это тема вечная, вот, она не устаревает. И мне кажется, мы довольно современно ее как-то пытаемся донести до зрителя. Вот. Во всяком случае, до этого времени наш спектакль воспринимается очень хорошо, вот, очень зритель откликается, вот, по-разному, вот, не знаю, как у вас будет, но по-разному, вот. У нас в Москве, например, зритель очень много смеется, в Армении вообще не смеялись, все очень серьезно, вот. Так что, как, ну, вот так вот, менталитет, я думаю, менталитет, да. Очень хороший спектакль, я вам советую всем, кто не смотрел, как бы, я думаю, что в Харькове мало кто смотрел, прийти, потому что очень хороший спектакль, правда, он очень современный, очень современный, просто люди в зале настолько реагируют, потому что, ну, вот так, так поставлен, и Толстой, там такие тексты, он совершенно сегодняшний, абсолютно, просто вы узнаете себя и как бы про свои отношения и про своего мужа, как-то про свою жену, абсолютно, это просто сегодняшний абсолютно спектакль, абсолютно. На спектакле, скажите, вот два слова, секрет семейных отношений, вот, на примере Льва Толстого. Да. Да. Секреты? Ну как, секрет в чем? В общении людей между собой, возможно, как бы, постоянном, ну, наверное, общении и умении говорить друг с другом и слышать друг друга. Либо есть партнерство, на которое вы сознательно идете вместе, потому что все равно это труд, это работа, как дружеские отношения, так же и семья – это работа. Либо его изначально нет, и люди с самого начала не хотят слышать друг друга, а может быть, даже если хотят, то просто не умеют и не слышат. Такое бывает. Люди либо как бы одной крови, да, они способны услышать друг друга в трудную ситуацию, либо как бы не хотели, не могут слышать, потому что, ну, разные люди, это же тоже, я опять повторюсь, человеческий фактор. С одним человеком я дружу, и он меня понимает и слышит, а с другим человеком он может быть безумно интересен, и я хочу его понять, но я, ну, просто не способна, потому что мы разные. Вот и все. Наверное, спасибо. Это не секрет. Ну, счастливо. Да, и вам. Хорошо у нас. Да, да.